Всем привет, вы на канале Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свои обзоры посвящаю советской монете 1 рублю 1968 года. Параметры монеты: диаметр 27 мм, масса 7,5 грамма, толщина 1,9 мм, сплав медно-никелевый, гурт монеты, надпись 1 рубль и год выпуска 1968, разделенная звездами. Точный тираж монеты неизвестен. Аверс монеты. В центре изображен герб Советского Союза, образца 1956 года. Вокруг герба по окружности имеется надпись «Союз Советских Социалистических Республик». Начало и конец надписи разделены пятиконечной звездой. Надпись отделена от герба сплошной круговой линией со штриховкой. Обозначение знака монетного двора отсутствует. Реверс монеты. В центре указан номинал монеты 1 рубль. Внутренняя часть цифр имеет горизонтальную штриховку. Ниже номинала указан год чеканки монеты 1968. В нижней боковых частях монеты полукругом изображен венок, состоящий из двух колосьев пшеницы выше и дубовых листьев ниже. Вместе перевязи двух ветвей имеется ракушка. Лицевая и оборотная стороны монеты имеют выступающий по окружности кант. Монета 1 рубль 1968 года разновидности не имеет. Что касается цены монеты, то она составляет 1300 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности, и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Если же у вас есть монета 1 рубль 1968 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!